хуе. Я хуячу по тебе, тра-та-та-та-та-та-там, танцуют звезды и луна. Короче, я хотел замутить одну тему интересную. Типа, если бы зашла вот эта вот своя игра, если бы много лайков было и многие бы смотрели, короче, то, оказывается, Анатольку Вассермана можно пригласить, блядь. Анатольку Вассермана можно пригласить было на игру. И я, короче, хотел сделать игру КамАЗ, блядь, Бодя и Анатолий Вассерман. Вот это, мне кажется, было бы просто охуительно. Представляешь себе, сколько бы хуёв в жопу получили Бодя с КамАЗ? Господи. Но, к сожалению, своя игра не зашла. Твоя игра. А мне принадлежит и таким же, как и я. Своя игра. Ой, чё, блядь? Так, всё, везде всех заперли, блядь, хуям свинячим. Бля, Глеб, хуль ты тут делаешь? Саня, откуда ты пришел? Анатолий Лик. Я ничего не видел. Я не понял. Я открывал дверь. Я отбежал, и сзади нас труп был? Он был за дверью или перед дверью? Я ничего не видел. Я открывал дверь, я говорю, я открывал Женю дверь. Все. Как бы. Кто вышел из двери? И че? И сейчас, да, смотрите, двое, кто сейчас топит в меня, трейдеры. Ну и чё? Не, у меня вопрос, Саня, как он попал на кислород? Итак, я Маш. Маш, помнишь, мы с тобой... Да тихо нахуй! Дверь я открыл и убежал в дверь. Ты пришел с ним, да? Да. А, ну окей, так нам. Да, я подбегаю туда. Каде передает, что он любит мне ногу. Меня душишь ты, блядь. Я наоборот говорю, что это не ты. Это КамАЗ. Нет, КамАЗ. Это не КамАЗ, Повторю, все, кто топит в меня, это трейдеры, потому что они видели, как я видел убийство. А кто убил КамАЗ? Есть подозрение на Анатолия, потому что он отбежал. Потому что я не видел. Я бежал дальше и типа сзади меня. Не, ну я бы остановился хотя бы. Да и толпа народу нахуй там делать. Ладно, блин, если бы на свету. Какое убийство было, пиздец. Я вам честно скажу, Толя. КамАЗ, я бегал в столе всю, практически пол карты бегал. Так вот вы трейдер. Он меня не убил. Ты, вот у тебя лучше, не особо. Трейдер нельзя убить. Я честно признаюсь, я даже не видел. Я понял, что сзади меня труп, но... Я не обратил внимания. Спасибо, Каде, спасибо. За Глеба нахуй, Глеба нахуй. Да с какого перепуга я опять? С какого? Опять твое мнение за кого? Я растерялся, я забыл, кого я втопил. Там был Толя, там был Глеб, там был Егорик. Там был дохуя народу, я даже не обратил внимания, кто из всей толпы. Это не КамАЗ, не Маша и не я. КамАЗ пил и КамАЗ. Блять, просто Глеб нахуй начал меня отмазывать, блять, и умер нахуй хуям свинячим. Понятно. Ну, Толь. При мне сейчас Сажик прыгал в дырку, мискликнул. А почему это так? Кто ты, да? Что за хрень? Смиренно. А кто еще третий сейчас был на проводах? Ну, я там неподалеку был. Я была на проводах сейчас. Бля, Тарас. Да, я вылетел, походу мне надо. Заново. Ну все, я стоял на проводах с людьми, вышел из проводов, там Сажик влюбил. Да прыгает. Нет. Ну окей, гоу, Сажик. И это не Сажик. Не-не-не, это Сажик, просто еще один есть. Да не, первый же Глеб вроде был, нет? С чего ты взял, что это точно Глеб был? Ну ладно. Какой Глеб? Ой, блядь.
Я не могу. Мне слишком плохо, ребята. Ай, бля. Где труп? Я чуть не понял. Это вообще пиздец. Короче, это было смешно. Я такой жду, пока Фурс врубит свет, она все не врубает, такой подбегаю, там труп. А, ну вот. Все просто. Я КамАЗ, мы прибежали, там был Амурыч за дверью, мы открыли дверь, правильно вошли. Егорика не было. Ну конечно. Я на самом деле. Не, это Егорик получается. Нет, получается это Анатолий. Буяли, я с тобой прибежал туда. Что наебало вам пахнет. Да, почему? Типа, я прибежал с другой стороны. Ну, типа, я вместе с вами стоял, все это вы прикалываетесь? Вы с Азыком топили за голый хуй туда-обратно. Мы тебя я не видели. Я вместе с тобой, вы, блядь, меня видели, я как? Не... Что? Я не видел тебя, я видел Аморыча только. Ты дурак, мы с тобой прибежали снизу. Я выбегал из главного здания, я тебя забрал у связи, и мы побежали вместе. Ты что, прикалываешься сейчас? Кинь пароль. Ты прикалываешься? Плюс напоминаю момент, что Толя сказал, что Сажик прыгнул в люк. А Сажик сказал обратное. Нет, Сажик так смиренно принял это как бы. Но Сажик оказался не трейдером. Потому что он один из трейдеров, да. Я сказал. Просто Глеб не был трейдером, сейчас Егорик второй трейдер. Все. Нет, это не я в медпункте был, блин! Да вот тебя не было, я тебе объясняю. Я с КамАЗом, я вышел из центрального здания от кнопки. Забрал КамАЗа, он выходил из связи. Мы с КамАЗом прибежали к двери, встретили Амурыча. Открыли дверь. Я тебя вообще не видел, блядь. Да как ты меня не видел? Амурыч, ты видел было? Меня? Нет. Тогда другое, смотри. Что, я видел только что. Вы, выключен свет был, между прочим. Я увидел да, только я прям в КамАЗе бежал вместе с КамАЗом. Ты, КамАЗ, сейчас выбежал из связи, я открыл честно, дверь, блядь, я тебя забрал блядь. У двери, и мы побежали вместе. Нашли я Амурыча перед дверью в электричество, поле, зашли в электричество, начали открывать вторую, и я просто увидел кнопку репорт, я даже труп не видел. Но я видел, Толя, что вы не убивали. Толя. Ну. Скинь пароль. Это и есть был в Амангасе. Бля, КамАЗ, нет. Короче, я не доверяю Толе, вот реально. Вот эта я ситуация был, с Сажиком мне прям... Я был уверен, убийством, что это он. Как они, в принципе, что, блин, побеждают. Я не знаю, Нино. Я не знаю. Нос Америка. Это правильный выбор, ребят. Мы победили. Ты, вот скажи, вот как так может быть? Убил ты... Меня кикнули. Да потому что вы вместе бежали, блядь. Я видел, что вы вместе бежали. Мы не вместе бежали. Я бежал, КамАЗ, я бежал с тобой от связи. Я забрал тебя, ты открыл дверь. Я прибежал с тобой от связи к Амурычу. Забрал Амурыча, блядь. Мы вместе открыли дверь. И после этого зарепортили. Все. Я хуй знает, может опять какие-то пролаги, блядь. Ну, я говорю, первое убийство, когда я репортил. Я не знаю, что у тебя за пролаги, но это было идеальное убийство, что за... Я не знаю, типа, это бред. Ну, ладно. Они проплатили, бля, я понял, нахуй. Скажите, куда закинуть, я тоже закину, мне трейдер нужен. Мод. Ребята, не забывайте, дожимаем 3к лайков мы. Не забывайте проставлять, прожимать, пропихивать, пропушивать лайкусики ваши охуенные. Плюс чат, если у тебя охуенный лайк. Как у тебя, охуенный лайк или не очень? Маленький. Скажи. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Фликер за мной что-то бегает. Блядь, ты мне не нравишься, надо. Я тебе не доверяю. Так, там мы успеем. Во, нам в лабе, блядь, просто кучу заданий надо... А, не здесь. Кучу заданий надо выполнить, понимаешь, целое... Пам-пам-пам-пам-пам-пам! Пам-барабам! Пам-барабам! Ну все прекрасно знают, кто два трейдера, да, уже? Ну да, я... Глеб Юрик, Тарас. Да. Да! Да! Мы так не договаривались, блядь! Да, я! Меня! Ну я видела, как КамАЗ убежал ниже к входу в офис. Про меня вообще разговора нет. Это очень интересная вся информация. А знаешь, что я видел? Вот трейдер, я точно знаю. А знаешь, что я видел? Знаете, что я видел? А я видел, как лежит труп Сажика, а вокруг него бегает Тарас. Тарас.
Я там произносил заклятие. Я понял, ты хотел... Акт некрофилии хотел совершить, Тарас, но тут я ворвался, а он там стоит, снятые штаны, мертвый Сашек. И вы ему поверили. Охуеть. Ну, спасибо. Ладно. А ты тоже, Тарас, голосовой, кстати, можешь. Твой голос очень важен для нас. Нет, Тарас, смотри, там один голос в Толе будет сейчас. Это тот, кто не поверил тебе. Это будет сам Тарас. Удачи вам в катке. Так ты проголосуй, братан. Тарас, проголосуй. Можешь. Ты надо по себе просто заставить. Сделай усилия. Поставь цель. Да, я говорю, Тарасу слишком везет, блядь. А в КамАЗу кто втопил? Ага. А там по умолчанию у кого-то, блядь, стоит. У кого-то макросы, походу, на КамАЗу, блядь. Второй, кстати, тоже неопытный трейдер, потому что не закрывает двери. Что? Что? Няшка, тварь, ты посмотри, блядь. Да он вырубал средний свитч, слышь. У меня чат завис или что? Подожди. А, у меня чат завис, прикинь, я думаю, вы нихуя не пишете. А у меня просто чат завис. Бывает же. Так, подожди, что у меня здесь? А, у меня здесь сканирование. У меня здесь сканирование. Я только сейчас поняла, что мне завтра вставать 9 утра. Бля, ну мне вставать завтра часов 12, но для меня это как для тебя 9 утра, походу. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-барабам-пам-барабам. Бля. Заебись. Охуенно. Изи, блядь. Почти не осталось заданий, идеально. Карма Тараса, он дропает стримы, и ты ломаешь ему катки. Бля. Это Амурыч, 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 я видел по камерам. Это Амурыч убил Егорика, Амурыч убил Егорика, видел по камерам. Ты же понимаешь, что с ним Амурыч, Амурыч. Окей, 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 хорошо, это Амурыч. Увидел по камерам. Ну давай, Амурыч, давай. Смотри, ну, какой ты спалился, я даже беленький, чистенький. Да, а вот как. А желтый пятно. Не, вот смотри ты, стоп. Труп был на вентилях, да? Вот справа от вентиля чуть-чуть, на входе. Прав? Нет. Стоп. Труп был на Ты хочешь, чтобы... Так ты зарепортил, так ты еще и зарепортил. А, ну понятно, ты будешь говорить в другом месте. Ну ладно, давай, давай. Пам-пам-пам-пам-пам. Это Амурыч. Пам-пам-пам-пам. Чат, ты умер? Хорошо, окей, чат, ты мертв? Походу. Давайте на размен, хорошо. Нет, хотя не, очень надо. Я опять голосовать не могу. Блять, у меня чат... Да у меня чат зависает, короче. Слушай, а только у меня такой пролаг, типа, бежишь задание выполнять по карте, а потом задание исчезает все с карты, и через несколько секунд появляется. Да ебать, у меня чат виснет. А, ты, я так понимаю, отрубили эту систему связи, у меня тоже такая не было. Задания пропадают из-за саботажа, да. Ебаться, улыбаться, блядь. Я уже два раза перезагрузил чат, блядь, чтобы он хоть как-то шел. У меня самая охеренная лайк, понимаешь? Вон Потапыч пишет тоже. Вон Потапыч написал, что чат на ютубе хуёво. Чёт. Бля. Ну ладно, общаемся донатами, хули. Так, ладно, чё мы... Амурыч, чё наебался? Бля, мне хоть кто-нибудь хоть раз зарежет руками, ох, ебать, пропёрло чат. Ебать. Амурыч, ну ты в натуре спалился. А, не, всё, встал снова. Как так? Бля, короче, понятно, YouTube болеет сегодня. Зарежь меня, трейдер, пожалуйста. Я вас молю, я, блядь, посередине карты буду стоять. Давайте тогда Виль, наверное, заменим на кого-нибудь. Флик там, Нино, это уже может или не может? Нет, не может. Так, ладно, тогда сейчас найдем кого-нибудь. Да вон в Амонкасе 6 человек сидит. А-а-а. О, Дендрита, ёптю матись. Да, я нарежу, но тут сразу. Он я сразу орёт. А, Маша, Маша. Маха, размьютайся и заходи в игру. А ну пусть Вельта сначала доиграет, пока что. Ну, сейчас мы ждем все равно. Ну, естественно, а там мы тоже в Амонкасе.
Давайте Тошу. Кто-то корёт. Бля, ну... Маша, не ори. На прошлом стриме она так сексуально стонала, что мне аж приставал, блядь. Ой. У тебя привстает даже нам... Ладно. Вообще-то это я стонал. Ребят, в чатике дожмите, пожалуйста, 3 колосика, будьте любезны. Там буквально 150 лайков осталось. У меня, кстати, в натуре опять умер чат. Изикатка. Вот так, Тарас, надо трейтеров палить. Вот так. А вот и все, блядь. А вот и все, блядь. Все, нахуй. Все, блядь. До свидания, блядь.